Власне, про те, що відбувається зараз у Білорусі, ми поговоримо із Міцером Лукашуком, спеціальним кореспондентом Європейського радіо у Білорусі. Пане Зміцере, вітаємо вас. Добрий день, пані Богдані. 13 тисяч колишніх білоруських військовослужбовців і омонівців, які можуть взяти участь у війні в Україні. Як ви ставитеся до цієї цифри, до таких оцінок? Мабуть, це ще й не всі. І що це за люди? Це, мабуть, ті, хто розганяли протести у 2020-му? Чи хто це? Я, по-перше, хочу привітати усіх слухачів Радіо НВ, подякувати вам за цікавість до Білорусі. Що стосується вашого питання, розумієте, тут треба дійсно розділити, тому що первоначально інформація у нас була подана таким образом, что это 13 тысяч подписали бумагу о согласии участвовать в так называемой спецоперации сбоку Беларуси, именно белорусских военных, тех, кто проходит службу в белорусской армии. И такая постановка вопроса вызвала у нас большое удивление. Ну, мы прекрасно понимаем, что и так в армии особо солдатам вопросы не задают, а отдают приказы в большинстве армий. И дали приказ, поехали там, скажем, во Вьетнам американские солдаты там, или другой вариант. А в Беларуси тем более. И сама постановка вопроса, что согласие спрашивали у солдат, можно ли их отправить там, на какую-нибудь там военную операцию, ну, звучало достаточно так, необычно, назовем это так, для белорусских реалий. Поэтому мы скептически отнеслись и к этой цифре, и к самому этому озвученному украинской стороной факту. Если же сейчас говорить о том, что такое согласие подписали бывшие там ОМОНовцы, спецназов, то есть люди, которые уже, скажем, к армии, там, к ОМОНу, к милиции, к другим силовым структурам отношения особого не имеют, то есть бывшие эксы, так называемые, то тут вполне возможно такой вариант. Как бы и другой вопрос, для чего было проводить такое опрос, там, брать у них согласие. Это что, формирование уже частной военной какой-то компании, такого белорусского Вагнера, которого отправят воевать? То есть это будет не участие белорусской армии в этом войне против Украины, а это будет участие какой-то такой частной компании, так называемых добровольцев, как бы, ну, тоже другой вопрос. Тут уже либо формируют их, такую часть, и отправляют воевать, либо не сообщают об этом, либо, как бы, ну, достаточно сложно отнестись к этому. С другой стороны, я абсолютно не исключаю, что среди вот большого количества бывших там военных, особенно бывших там спецназовцев, там бывших ОМОНовцев, достаточно много людей, которые, с одной стороны, думают, что они таким образом могут поправить свое материальное положение, заработать денег. С другой стороны, достаточно среди них, и это показывает то, что и сегодня ну, есть определенная часть белорусских бывших военных, тех же самых там спецназовцев или десантников, которые служили когда-то в Марьиной Горке, в той же части, которые поддерживают так называемый русский мир, и из этих соображений уже воюют на территории России в Донбассе. Там, на тех же самых, среди так называемых ДНР, ЛНР этого ополчения и тому подобного. Таких людей достаточно. И я так подозреваю, что если бы такой вот действительно, как сейчас в России происходит, чтобы для того, чтобы пополнить те войска, которые были хорошо так прочищены, прорежены украинской армией новым пушечным мясом, то просто контрактников набирают из всякого всевозможного
непонятно кого. Так и тут, если бы встал вопрос о том, что давайте заключать какие-то там короткие контракты и для участия в военной операции, нашлись бы люди, как я говорю, с одной стороны, может быть, с русским миром в голове, но большинство думающие, что они таким образом смогут заработать, то нашлось бы, насколько их там 13 там, или 15 тысяч набрали бы. Может быть, все-таки гораздо меньше, но действительно, да. Змицер, а от як ви оцінюєте станом на зараз? Можливо, з'явилася якась інформація, якесь розуміння, що сталося у Зябрівці, де на російській фактично базі серед ночі кілька днів тому пролунали вибухи, і вже навіть з'явилися фотографії, фотознімки звідти, хоча, чесно кажучи, слабо зрозуміло, що там, там от якийсь такий, наче слід від вибуху хрест-навхрест. Ось, а щось ви з білоруських джерел бачите, розумієте, що там було, що там відбувалося? Ну, действительно, мы всяческим образом пытались разобраться в этой ситуации, анализировали не только официальные сообщения как Минобороны Беларуси, так и Минобороны России, ну, естественно, и украинскую сторону внимательно слушали, хотя украинская сторона в этом вопросе хранила такое загадочное молчание или какие-то такие намеки бросала. Но, действительно, база, как вы правильно сказали, это фактически российская. Уже было проведено расследование и доказали, что эту заброшенную базу перед началом активной фазы войны России против Украины до 24 февраля туда, вот в эту, на эту заброшенную базу, которую взяли под охрану белорусские военные, но туда заехали именно российские все военные с российской техникой, и сейчас командуют и полностью используют ее именно россияне. Что там произошло, было абсолютно непонятно. Если местные жители говорили о том, что они слышали там то ли 6, то ли 8 хлопков, взрывов и так далее, то официальная информация, как бы, да, подтверждала то, что что-то там произошло, но что, непонятно. То есть были до сегодняшнего утра, хотя и на сегодняшний день, на данный момент еще все вопросы не сняты, но тем не менее, снимки, которые были опубликованы и которые можно сейчас посмотреть, показывают, вот достаточно их сравнить со снимками с российского аэродрома в Крыму, где конкретно видно разбитые самолеты, уничтоженные, и там можно сколько угодно говорить, что там что-нибудь сдетонировало где-то, вот. Но тут видно, понятно, конкретно, что, что там произошло, и тут не надо никаких ничего выдумывать. В данном случае в Зябровке, в аэродроме, мы видим только два таких пятна на взлетно-посадочной полосе, которые свидетельствуют, скорее всего, о том, что действительно две единицы техники, ну, что-то с ними произошло. И причем, скорее всего, по остаткам, по тому, что мы там видим, это, скорее всего, не самолеты и не вертолеты, а именно какая-то вот техника такого наземная, обслуживающая, будь то там, может быть, или танк, или там какой-нибудь вот Тайс единиц техники, которые обслуживают С-400, но это действительно больше похоже на то, что как, сколько мы не смеялись, но действительно где-то какой-то там солдат неправильно, не в том месте покурил, возможно, не ту сигарету, но как бы говорить о том, что это наконец-таки не выдержали нервы у украинского военного командования, и они нанесли там упреждающий или как бы так ответный удар по этому российскому аэродрому на белорусской территории, ну, не приходится. Как и не приходится, скорее всего, говорить о том, что это поработала там или какая-нибудь диверсионная группа, или местные партизаны. Скорее всего, нет, действительно, какая-то вот сами виноваты, сами что-то напортачили там.
Ну, загалом іще цікаво те, що зараз у нас у Генштабі повідомляють про можливі провокації перед Днем Незалежності України, і що для цього якраз є привід і певні події. Це так звані армійські міжнародні ігри, які будуть проходити, так? Якась, я так розумію, якісь такі мілітаристські ігри, де Білорусь і Росія будуть збирати своїх, так би мовити, союзників і різних представників різних військових частин різних країн. А що це взагалі за захід такий? І чи дійсно там можливі певні провокації? Ну, что, если говорить о учениях там или о играх военных, которые проводятся в данный вот в этот промежуток времени, то тут надо признать, что все-таки подобные все мероприятия, они планируются не сегодня, на завтра, они все планируются значительно раньше, действительно, и все вот предыдущие военные учения, которые проходили возле непосредственной близости белорусско-российские, в непосредственной близости возле белорусско-украинской границы, они также были запланированы ранее. Другой вопрос, что как бы территориально тут они могут уже менять это в зависимости от своих каких-то военно-политических интересов. То есть можно эти игры было провести где-нибудь в Витебской области, но по соображениям вот именно военно-политическим были они перенесены именно поближе к украинской границе. Поэтому ну, нельзя сказать, что прямо-таки уж специально они, чтобы нагнетать обстановку и запланирование или проведение этих самих игр. Другой вопрос, что территориально вот к украинской границе их подвинули не просто так. Что касается провокаций, то, ну, как вы прекрасно понимаете, от таких режимов, какие есть в России, тем более, ну и в Беларуси, как показывает практика, ожидать провокаций вполне возможно. Если они, видно уже, что нагнетают обстановку, пытаются в таком напряжении держать украинских военных, которые стоят возле белорусской границы. Ведь если бы вот не поддерживался этот градус непонимания, все-таки будет участвовать, введет Лукашенко войска в Украину, не введет. Все вот те части, которые стоят, вынуждены стоять возле белорусской границы, они могли бы быть задействованы в других местах абсолютно, где они более нужны. Но они вынуждены стоять тут, потому что постоянно даются какие-то намеки, что а вдруг вот Лукашенко сейчас нападет. И поэтому вот это нервное за сохранение нервного напряжения, оно есть в повестке, оно транслируется из Москвы там через Минск. И вполне возможно, что будет не просто ограничиться это все не просто заявлениями там, или рассуждениями каких-нибудь политологов, экспертов и так далее, и другими намеками, войдет ли Лукашенко войсками, а просто для того, чтобы накалить еще больше обстановку, провести какую-нибудь, ну, я не знаю, какой-нибудь теракт устроить, про возможность подобного уже не один раз еще ранее говорил белорусский военный эксперт Егор Лебедок, который сейчас задержан и ему предъявлено криминальное уголовное обвинение, уголовная статья и находится в тюрьме. Но он не раз говорил о том, что вполне возможно ожидать от белорусских властей провокаций на белорусско-украинской границе. С одной стороны, для того, чтобы сохранять напряжение внутри Беларуси, чтобы режим мог говорить белорусам, смотрите, вот тут мы тут ожидаем нападения, там украинские бандеровцы готовят нападение с четырех точек, и так далее. А с другой стороны, тут возможно, и действительно, если все-таки будет принято Москвой решение о том, чтобы белорусские войска задействовать в этой своей так называемой спецоперации,
Возможно, они не будут нагло вот просто вот захотели и ввели, а создадут прецедент, мол, а у нас не было другого выхода, потому что вот там и сами создадут какую-нибудь провокацию, которую вот потом официально через всех своих пропагандистские СМИ перекинут на Украину и скажут, вот смотрите, что украинцы творят, надо как бы нам защищаться. А скажіть, от лідерка білоруської позиції Світлана Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі. Що це буде, власне, за така організація? Чим займатиметься ось цей уряд в екзилі? Яка буде його роль? Действительно, я был на этой конференции, которая проходила 8 и 9 августа в Вильнюсе, и где был создан такой переходный кабинет, так сказать, как мы это называем, такой, может быть, кабинет или урату в изгнании, правительство в изгнании. Тут просто о том, что необходимо создать такой кабинет, разговоры шли с конца 2020 года. Актуальность этого принятия подобного решения еще более обострилась именно вот после 24 февраля 2022 года, когда стало понятно, что нужно реагировать более активно белорусским демократическим силам на те процессы, которые происходят не только в Беларуси, но и вокруг нее. Тихановскую и офис Тихановской не один раз как бы так упрекали в том, что они, может быть, не своевременно, не так быстро, как нужно было, не так правильно, как, может быть, нужно было бы отреагировали на вот начало активной фазы войны в Украине, что вообще как бы оборонная стратегия никоим образом офисом не продумана и не артикулируется. И вот создание данного кабинета и особенно введение туда, в этот кабинет человека, бывшего военного, бывшего десантника, подполковника, который будет отвечать за вопросы обороны, Валерия Сахащика, это правильное решение. Ну и плюс как бы создание, введение других, ну, условно скажем, должностей, хотя это не должности, а просто на людей, ну, как бы возложили определенные обязанности, потому что до данного момента получалось так, что ответственность за все решения и все направления и все ошибки лежала исключительно на Тихановской и на офисе. Ну, на офисе даже постольку, поскольку во всем всегда упрекали, ну или хвалили именно Светлану Тихановскую. В данном случае она разделила как обязанности между другими людьми, так и ответственность. Ну и все-таки нету у нас Наполеонов, которые могут там отвечать за все. Вот никто не хочет становиться очередным там авторитарным лидером. Поэтому это создание такого кабинета, такого правительства. Сейчас идет разговор о том, что будет вообще такой протопарламент белорусский в изгнании создаваться на базе координационного совета иснующего. То есть получается так, что сейчас создаются такой государственные структуры белорусские, демократические, Беларуси в изгнании. И проще будет налаживать отношения, и мы все, я в том числе, очень надеемся, что, скажем, как упомянутый нами и благодаря вот ему Валерий Сахащик, так сказать, представитель кабинета по вопросам обороны, у него удастся более положительные контакты наладить с украинской стороной. С банковой, там, не с банковой, с военными частями, объединить белорусских добровольцев, как бы, может быть, если не в одну единицу боевую, то, по крайней мере, как бы их все-таки там те нюансы, и которые есть непонимание между ними, также сгладить. В общем, есть надежда, что все-таки развитие демократическое, белорусское вот демократических сил, оно, ну, получит новый импульс.
А як вважаєте, чому українська влада ось нині зараз ну доволі так прохолодно реагує на Світлану Тихановську і інших опозиціонерів? Ну, навіть не реагує фактично. Ну, мы слышали много объяснений данной ситуации, начиная от того, что вот у нас в эфире представитель, как бы советник руководителя офиса президента господин Арестович сказал про то, что, ну, вы же понимаете, что у каждой страны есть свои национальные интересы, и исходя из этих интересов украинская власть, не хочет дразнить Лукашенко встречей Зеленского, например, с Тихановской, чтобы Лукашенко там не обиделся очень сильно и не ввел войска. Сказал, ах, так, тогда я принимаю такое решение с одной стороны. С другой стороны, вот, мол, надо думать о том, что война когда-то закончится, и если режим Лукашенко сохранится в Беларуси, надо думать о том, что вот, исходя из национальных интересов, как выстраивать, по крайней мере, какие-то экономические отношения с тем же самым Лукашенко. Это с одной стороны. С другой стороны, мы слышали обвинения в том, что, вот Тихановская когда-то не высказала свое отношение к тому, не ответила на вопрос, чей Крым, так как отвечают все нормальные люди, что Крым украинский, что она там начала вот этими уходить от ответа, рассказывать про де-факто и де-юре и так далее, и так далее. Но, простите, уже больше года, как Тихановская в эфире, например, нашего радио конкретно на мой вопрос ответила, чей Крым, что он украинский. Без всяких там экивоков. Ну, то есть вот можно... Есть еще третье объяснение, которое озвучил эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, который сказал, что сейчас идет война, и украинской власти, во-первых, нужно налаживать отношения с теми, кто чем-то, хоть как-то может помочь Украине выстоять в этой войне, а еще лучше помочь победить. Тихановская и демократические силы Беларуси, которые находятся в изгнании, которые сами, может быть, в таком не очень хорошем положении, ну чем они могут помочь Украине? И поэтому, мол, ну, надо исходить из рациональности, и что даст Украине, Киеву, Зеленскому эта встреча с Тихановской? Ничего, кроме, может быть, там фоток, которые Зеленскому и не нужны. Поэтому и, как бы, и не находят времени. Ну, я считаю... На жаль, час у нас уже трошечки піджимає. Ми вам дякуємо за цю розмову. Зміцер Лукашук, спеціальний кореспондент Європейського радіо у Білорусі, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.